Привет, дорогие мои подписчики! Ну, наконец-то я добралась до компьютера, чтобы оставить вам свое видеообращение. Сейчас лето, хочется одевать юбочки, выходить на улицу, но, конечно, для этого надо постараться. Надо создать красивую фигуру. Для этого, конечно, самое главное – это правильное питание. Вам очень интересно, какой у меня рост, какой у меня вес. Я вам расскажу все о себе, но по чуть-чуть. Рост у меня 1,70 м, вес 44 килограмма. Я очень люблю спорт и правильное питание. Свой день я начинаю с чая, правда, пью зеленый чай с молоком, так как англичане вообще любят чай с молоком, но они употребляют черный, но мне ближе стал зеленый. Я его не подслащиваю, я не ем ничего сладкого, я против сахара, я считаю, сахар для нас это яд. Также я обедаю. Обедаю я тоже стараюсь правильно. Это рыбка на пару, или курочка, или можно индейку, салат. У меня, конечно, есть также и перекусы. Перекусываю я морковкой. Очень хорошо убивает аппетит и очень полезно. Также можно съесть овощи или фрукты. Но во фруктах содержится больше сахара, что тоже не очень есть хорошо. На ужин я стараюсь есть только салаты. Также могу съесть кусочек маленький, наверное, рыбки. В основном я сейчас питаюсь только салатами. Ужин у меня не позже 7 часов вечера. И также я вам хочу сказать, дорогие мои, что кушать надо вот то, что у вас вмещается в двух ладошках, чтобы вы свой желудок не расширили, не растянули свой желудок. Потом же будет вам хуже, у вас не будет насыщение. Вы будете кушать, 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 и вы все равно будете голодны. Давайте мы не будем с вами расширять желудок, мы лучше будем кушать почаще, но маленькими порциями. Я всегда готова вас поддержать в ваших начинаниях. Вы можете мне писать, я отвечу на ваши вопросы. Конечно, у меня не так часто бывает время, так как у меня трое детишек, но все же. Или если вы поели очень плотно на завтрак или на обед. Давайте выйдем на улицу, погуляем 7 километров, от 7 до 16 километров. Сейчас прекрасная погода, лето, одели кроссовочки и побежали. Либо побежали, либо быстрая ходьба. Для меня лучше будет. Дорогие, если вам понравилось мое видеообращение, пишите, я отвечу на все ваши вопросы. Я вам расскажу, как я за 2 года отрастила свои волосы после каре. У меня было каре где-то вот такой длины. Сейчас это все мои волосы, это не нарощено, это я крашеные волосы, хотя я на самом деле светленькая, но я их подкрашу. И все свои секреты готовы вам рассказать и с вами поделиться. Если вам будет интересно, давайте до скорой встречи, пишите, задавайте мне вопросы. Я буду очень рада с вами пообщаться. С вами была Мария Погребняк. До скорой встречи!